Здравствуйте. Телевизионное кафе «Вечерний Витебск» начинает свою работу. И сегодня наших гостей буду встречать я, Наталья Кузнецова, и бессменный соведущий Иван Пояченко. Приветствую, коллега. Взаимно. Всем добрый вечер. Рад видеть тебя в нашем телекафе. Но вот сегодня уже пятница. Мы завершаем еще одну трудовую неделю. Рабочую неделю, рабочую, да? Неделю. И почему-то, когда мы говорим о рабочей неделе, сразу возникают какие-то такие приятные ассоциации. Ну, во-первых, потому что она заканчивается, впереди выходные, можно чем-то себя занять, чем-то увлечь. Но ведь сегодня это как нельзя еще кстати, потому что тема нашей программы будет посвящена работе, трудовым коллективам. Угу. Собственно говоря, я поняла, почему ты начал свой разговор не со скорых выходных, а именно с рабочей недели, что она завершается. Да, наверняка это связано с темой нашей передачи, потому что мы будем говорить о профсоюзах. И будем обсуждать... Вот чем у тебя ассоциируется само слово «профсоюз»? Профсоюз? Ну, оно ассоциируется в первую очередь с трудовыми коллективами, наверное, с какими-то обязанностями, которые возникают в трудовых коллективах, наверное, с защитой прав работников. Ну, в общем, правовые обязанности. Ну, конечно, может быть, в силу своего возраста я еще не совсем сталкивался, что может произойти на работе. Нет, но ты тем не менее, надо, наверное, это знать. А знаешь, я хочу еще добавить. Тогда стоит сказать и про коллективный договор, соглашение наниматель-работник, профсоюзы, тарифное соглашение, ну, условно, и так далее, и так далее. Наверное, проще и правильнее будет сказать все это одной фразой. Профсоюзы – это общественная организация, которая защищает трудовые права и интересы работника. Ну, тема достойная. И тема действительно достойна того, чтобы отложить на ближайший час все свои домашние дела и присоединиться к нам. Ну что ж, тогда начнем. И начнем мы с анонса тематики сегодняшней беседы с гостями нашей студии. Гарантии работникам обеспечивает четкая система коллективно-договорного регулирования трудовых отношений. В его основе генеральное соглашение между правительством Беларуси, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов, выполнение которого регулярно рассматривается на заседаниях Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Значение коллективных договоров с каждым годом возрастает, ведь именно благодаря этой форме взаимодействия профсоюзов и нанимателей решаются многие вопросы защиты трудовых прав и социально-экономических интересов работников. В мае Федерация профсоюзов Беларуси заявила о создании рабочей группы по мониторингу цен на социально значимые товары и услуги. Для решения этого вопроса самая крупная общественная организация страны объединила свои возможности с ресурсами Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Независимой инспекции подверглось около 100 торговых точек по всей стране. Это и крупные сети, и магазины шаговой доступности. В поле зрения попали цены на товары первой необходимости, стоимость которых, по наблюдениям специальной группы, за год существенно выросла. Самый главный вопрос – не допустить необоснованности поднятия цен. И второй вопрос, очень важный, чтобы была адекватность роста цен и росту заработной платы. Инициативу Федерации профсоюзов о народном контроле за ценами поддержал и президент Беларуси. На встрече с Михаилом Ордой Александр Лукашенко выразил благодарность ФПБ и обратил внимание на то, что традиционно профсоюзы участвуют в решении проблем в сфере занятости. Глава государства попросил и в дальнейшем держать этот вопрос на контроле. Тем более, что о развитии предприятий и всей производственной сферы речь шла еще год назад, на 5-м Всебелорусском народном собрании. Очень важно то, что сказал президент, это программа развития. И безусловно, для профсоюзов является очень важным моментом, что эта программа работает на развитие предприятий, на модернизацию предприятий. А для нас очень важным является, если предприятие будет работать, если оно будет работать устойчиво, стабильно и эффективно, значит, будет и заработная плата, и у людей будет улучшаться благосостояние. К слову, 2018 год Федерация профсоюзов Беларуси предлагает объявить годом человека труда. По словам Михаила Орды, это будет способствовать повышению престижа рабочих специальностей, людей, которые трудятся в различных отраслях народного хозяйства.
это программа «Вечерний Витебск», и мы говорим о работе профсоюзов. Ну и прежде чем сказать, чем могут быть полезны, чем могут помочь и в каких ситуациях нам профсоюзы, давайте сначала узнаем, что из себя сегодня представляет эта общественная организация в нашей области. Вот именно этот вопрос я хочу адресовать моему первому гостю и собеседнику, председателю Витебского областного объединения профсоюзов Ивану Константиновичу Возмитерю. Здравствуйте, Иван Константинович. Добрый вечер. Итак, профсоюзы Витебщины сегодня. Насколько сильна эта организация и сколько человек она объединяет? Профсоюзы Витебщины – это сегодня самая массовая общественная организация, объединяющая в своих рядах 426 тысяч человек. Это 95,6% занятых в экономике области. То есть фактически всех работающих, да, получается. Да, всех работающих. И надо сказать, что областное объединение профсоюзов сегодня координирует деятельность наших 18 отраслевых профсоюзов, которые представлены на территории области, и 23 региональных, которые созданы были несколько лет назад. Это районные объединения. Они были созданы с целью координации деятельности в том или ином регионе по выполнению задач перед всеми первичными профсоюзными организациями. А вот вы назвали такую, ну, очень серьезную и внушительную цифру. А сюда входят, скажем, работники частного бизнеса? Вот составляет ли какой-то процент? Или это вы говорите только исключительно, вот, скажем, о таких принятой форме государственных предприятий? У нас членами профсоюза может быть любой гражданин нашей страны. И на сегодняшний день более 12% в общей структуре составляет частный это частный бизнес, это частная экономика, как мы сегодня вообще говорим. Как охотно в частный бизнес, скажем, вот такие наниматели идут на создание таких организаций, которые, собственно говоря, работают против него? Ну, во всяком случае, за работников прежде всего. Надо сказать, что вот после 7-го съезда Федерации профсоюзов, я хочу сказать, что частный бизнес повернулся лицом к профсоюзам. То есть смогли заинтересовать? Смогли заинтересовать. Я потом скажу, каким способом и какими методами. И если мы в 2016 году создали всего 90 первичных профсоюзных организаций, в том числе 56 первичных профсоюзных организаций, это частные первичные профсоюзные организации или частного бизнеса. В этом году мы уже создали 21 и 8 тоже представляют частный бизнес. Как видите, когда мы говорим 12%, то в процесс я понимаю, что понимают и те частные структуры, что профсоюзы не во вред, а во благо, которые будут способствовать развитию экономики, развитию производства, будут способствовать коллективно договорной работе, чтобы все процессы были управляемы, и, наверное, создание той атмосферы социальной в обществе, в трудовом коллективе, которая необходима для развития нашей экономики. Иван Константинович, а вот скажите, профсоюзы, значит, получается, они занимают только сторону работника, выступают только за интересы рабочих, или в каких-то случаях могут стать на сторону нанимателя и защищать его интересы? Вот, возможно, кстати, такой элемент? Да, очень грамотно. Дело в том, что мы общественная организация, так? И мы заинтересованы, чтобы интересы соблюдались и нанимателя, и нанимателя, и чтобы в обществе была стабильность с обеих сторон. Если где-то какие-то вопросы для на сегодняшний день для трудового коллектива, то мы тогда включаемся в этот коллективный спор, ну и стараемся решить, и мы всегда преследуем цель. И на уровне первичных профсоюзных организаций, на более высоком уровне, решать все вопросы за столом переговоров. И мы находим всегда приемлемые решения и для нанимателя, и для работника. А вот скажите, вы сказали, что вы нашли способ и повод заинтересовать частный бизнес в создании вот таких общественных организаций. Мы стоим на тех позициях, там, где есть сегодня наемный труд, должна быть первичная профсоюзная организация. Но не сама цель создания первичной профсоюзной организации, а чтобы первичная профсоюзная организация отстаивала интересы работников и выступала своеобразным
звеном между нанимателем и работником. Или иначе говоря, так посредником, да, переговорщиком. Посредником, переговором, потому что, ну, сегодня или частный бизнес, или государственное производство, возникают какие-то вопросы. И в первую очередь при заключении коллективных договоров это своеобразная конституция. И когда выступает первичная профсоюзная организация, как закон, внутренний закон, как внутренний закон, и тогда отстаиваются интересы и находят, как мы говорим, компромиссы, чтобы развивалось и производство, чтобы было, развивалась экономика этого предприятия, ну и, естественно, чтобы была социальная защита и правовая защита наших работников. И сегодня коллективно-договорной системы у нас охвачено 96%, там, где создана первичная профсоюзная организация. Это практически 420 тысяч человек. И коллективный договор дает сегодня возможность улучшить социальную защиту, то, что не предусмотрено сегодня в трудовом договоре, в генеральном соглашении, в Конституции, да, и так далее, и так далее. В законе о труде. То есть, с учетом использования возможностей конкретно каждого предприятия. Именно предприятие. И финансовое в том числе. И финансовое, конечно, в том числе. Учитывая здесь состояние, нынешнее состояние, да, при заключении вот таких договоров. Но в любом случае, порой в наших трудовых коллективах, как такое крупное предприятие, как «Нафтан», там 12 тысяч членов профсоюза. Да, пунктов там, будет там, больше. Да, там пунктов больше. И там не все просто и гладко проходит между профсоюзной организацией и руководством, нанимателем. Но все-таки находит компромисс. Компромисс находит для того, чтобы действительно помочь человеку, защитить человеку. Это вопросы, связанные и бытовые, и хозяйственные, и так далее, и так далее. А вот смотрите, вы говорили о частном бизнесе, ведь это такое понятие очень растяжимое. Это может быть что-то очень большое, может быть совсем маленькое предприятие, где задействованы, ну, предположим, 2, 3, 4, 5 человек. Они могут каким-то образом вот в рамках того небольшого количества сотрудников, которые есть, создать свою первичную организацию и дальше как-то свои интересы продвигать. Кстати, да. Естественно. Могут. Сегодня, да, как мы говорим, 3 человека – это уже группа. Вот, 3-5 человек. У нас есть и малочисленные профсоюзные организации, я назвал. У нас и 4, 12, и 10 тысяч есть крупные. Есть и 10, и 8 человек. И всегда находится возможность и желание людей. Желание людей. Еще раз повторюсь и скажу, первичная профсоюзная организация, председатель первичной профсоюзной организации ни в какой мере не, так сказать, создавая вот эту организацию, вступая в конфликт с нанимателем. Ни в какой мере мы не преследуем эти цели. Главная наша цель это социальная защита наших людей в рамках тех законов, нормативных актов, которые сегодня существуют в государстве. Хорошо. И поддержка, и оказание помощи людям. В чем тогда заключается социальная задача профсоюзов? Мы сегодня работаем в правовом поле, так, и один вопрос, значит, который сегодня в плоскости профсоюзов, это охрана труда и техника безопасности. Потому что, ну, сегодня человек, приходя на работу, он должен иметь, как мы говорим, и достойную заработную плату, и занят работой, но и должны быть безопасные условия труда. К сожалению, в Витебской области за 9 месяцев погибло 16 человек, 49 получили тяжкие телесные повреждения. Мы проводим тоже в рамках общественного контроля проверки, так, оказываем различную помощь и правовую, и техническую, и финансовую для создания условий. Я могу привести такой же пример, что на уборочной компании. На уборочной компании сегодня профсоюзы, значит, помогли и приобрели спецодежду для экспериментальной базы Тулова, это Витебского района, значит, помогли для городовских работников сельскохозяйственного предприятия городовского района приобрести спецодежду, обувь для хозяйства, для хозяйства Шарковичинского района Маркова, для приготовления пищи приобрели холодильник, морозильник. Это за счет вот средств профсоюзов. А вы знаете, вот, Иван Константинович, ну, вот то, что касается техники безопасности, условий труда, у нас, ну, целый ряд служб, которые конкретно занимаются этими вопросами. Почему вы берете еще, профсоюзы берут на себя еще и эту функцию? Зачем дублировать друг друга? У нас на сегодняшний день более 10 тысяч общественных инспекторов.
И когда мы говорим, контролирующие организации, они не каждый день бывают на производстве. Угу. Так? Сам представитель коллектива, угу. представитель профсоюза на местах и со стороны наших отраслевых профсоюзов, угу. областного объединения, региональных профсоюзов. Естественно, если бы вот эта работа не велась, значит, ну, последствия могли бы быть хуже, потому что не все и не везде угу. отлажен механизм защиты. В 2015 году, вот в январе, были созданы районные городские объединения профсоюзов. Какова цель, что изменилось в работе профсоюзов? Я хочу сказать, что у наших на местах, в регионах угу. присутствуют малочисленные отраслевые профсоюзы. Ну, например, дорожнику может быть одна первичная профсоюзная организация. В образовании там школ больше uh-huh. первичного ПК. И чтобы скоординировать деятельность, есть общие задачи для профсоюзов. И есть региональные задачи. И председатель координирует райобъединение, координирует деятельность профсоюзов. Он ни в коей мере там не контролер. Он угу. помощник в организации работы, потому что у нас практически 99% это не освобожденные председатели профсоюзных организаций. Естественно, занимающиеся определенной профессией. Они работают на своем рабочем месте, это общественная нагрузка. Естественно, они нуждаются в каких-то консультациях, в какой-то помощи, в координации деятельности, потому что председатель райобъединения, у нас большинство это члены исполкома, угу. он присутствует на различных совещаниях, планерка у председателя райисполкома. То есть нагрузка большая? Он может довести и донести до угу. органа власти те или иные проблемы и вместе помочь решать те, которые сегодня Хорошо, могут тогда, существовать. Хорошо, тогда давайте на конкретных примерах. Раз мы говорим о том, что профсоюз, прежде всего, его задача – это помочь человеку, работающему человеку. Вот давайте, сегодняшняя экономическая ситуация не самая простая, и вынуждены некоторые предприятия сокращать работников. Некоторые предприятия просто закрылись. Где-то урезается зарплата, сокращается рабочий день или даже неделя. Вот чем профсоюз в таких случаях мог помочь? Реально помочь? Я хочу сказать, что мы работаем на сегодняшний день в рамках социального партнерства. У нас заключен трехстороннее соглашение угу. между облисполкомом, объединением нанимателей, совета нанимателей и областным объединением mm-hmm. профсоюзов. Это своеобразное, это так сказать, основа действий и оказания содействия, значит, работающим людям. Mm-hmm. Значит, в коллективные договора, когда мы отстаиваем интересы членов профсоюза и трудового коллектива, мы стараемся внести вопросы, связанные и с обеспечением заработной платы, угу. вопросы поддержки социальной, потому что связаны и с рождением ребенка, и там, значит, человек уходит в армию или приходит с армию в какой-то малообеспеченные семьи. Так, вот эти все вопросы мы вносим в коллективный договор угу. и стараемся их решать. Более того, я как пример могу привести, что мы создаем на сегодняшний день, и в частности с 2000 года, фонд солидарности. Да. Обком профсоюзов такой создал фонд солидарности. Это обком профсоюза, значит, наш областной работников местной промышленности угу. и коммунально-бытовых предприятий. И надо сказать... То есть уже на конкретном примере, На конкретном примере. Угу. И этот фонд солидарности, как, значит, в целом работникам помогает, так и такой можно опять же привести пример. У человека случился пожар. Да. У него двое малолетних людей. И вот из этого фонда солидарности, из этих профсоюзных взносов mm-hmm. человеку была оказана mm-hmm. помощь. То есть такая резервная подушка? Резервная подушка, как мы ее можем называть, mm-hmm. и подушка безопасности. Или они на сегодняшний день, только в этом году оказали более 40 работникам материальную помощь, материальную поддержку, которые попали под сокращение. Это тоже помощь, поддержка. Естественно, они оказывают помощь и в подготовке детей в школу, угу. и в вопросах, связанных с многодетным семьям, и в вопросах оздоровления и так далее. То есть сюда входит и подготовка к школе, да? Помощь многодетным семьям. Кто нуждается в помощи. И у нас уже по этому пути идут и другие отраслевые угу. профсоюзы. Я считаю, помимо того, что мы сегодня
стараемся помочь людям, которые высвобождаются, так? Но от этого мы не уйдем. Я даже из другого исхожу. Вы знаете, вот здесь оправданы, скажем, та трата взносов, которые платят люди. Вот когда они знают, что идут вот на такие его взносы, на такие благие дела, я думаю, что как раз вот это и поощряет, и поддерживает многие. Но хочу перейти к следующей теме, и прежде чем к ней перейти, хочу снова предложить посмотреть небольшой сюжет, который определит основные тезисы нашего дальнейшего разговора. Отдельное внимание сельхозпредприятиям профсоюзные специалисты уделяют во время уборочной кампании. Под особым контролем мобильной группы ФПБ, ежедневное медосвидетельствование работников, организация питания, соблюдение техники безопасности, наличие спецодежды у механизаторов и состояние уборочной техники. Обо всех нарушениях и недостатках можно сообщать по телефонам горячей линии Федерации профсоюзов. Торжественное открытие с участием Федерации профсоюзов Беларуси состоялось накануне в Городокском районе. Там после реконструкции свои двери вновь распахнул туристическо-оздоровительный комплекс «Лосвида». Уже сегодня здесь готовы предложить оздоровление и отдых более чем 150 отдыхающим. Это программа «Вечерний Витебск», и сегодня у нас в гостях председатель Витебского областного объединения профсоюзов Иван Константинович Возмитель. И говорим мы о работе профсоюзов. И сейчас, вот, скажем так, анонсируя тему, мы уже заявили о том, что мы будем говорить сейчас и о помощи профсоюзов во время уборочной страды, и огромной, скажем так, роли профсоюзов в оздоровлении работников. Да? То есть для вас это такие приоритетные направления. Но сначала у нас еще остались такие очень важные моменты, которые нельзя обойти вниманием. Ну, например, профсоюзы постоянно выступают с какими-то очень интересными инициативами, которые направлены на усовершенствование, скажем так, законов, которые касаются интересов работников. Происходят различные экономические преобразования в сфере труда. Вы имеете в виду оптимизация, сокращение, реорганизация предприятий. Или закрытие предприятий. Но от этого, наверное, не уйдешь. Этого не уйдешь. И, естественно, человек оказывается или может оказаться на улице. И что бы то ни произошло, как с предприятием «Ким», когда-то четырехтысячным коллективом, мы в свое время при тех экономических ситуациях несколько лет назад, когда еще предприятие работало, мы и приобретали и оборудовали комнаты для приема пищи, помогали. Материальная поддержка. Но случается так, что действительно вот это то, о чем мы говорим, не было подушки безопасности. То есть предприятия должны создавать на такие вот непредвиденные ситуации или на такие экстренные, да, вот, скажем, случаи? Сегодня профсоюзы ставят на уровне государства. Это вышло с такой инициативой? Федерация профсоюза вышла с такой инициативы. Чтобы на уровне государства создать такой определенный фонд. И он уже поддержан и Министерством труда и социальной защиты, по крайней мере, прорабатывается. Это был разговор и с депутатами национального. Так это не на предприятиях, отдельно? Не на предприятия, но предприятия будут определенную долю вносить в этот фонд. И, естественно, чтобы не получалось, когда уже предприятия нет, а люди 2 года не получили еще заработную плату. За 2 года не получили, да, или год не получили заработную плату за ту работу, которую они выполнили. По сей день. Просто вот после того, что вы сейчас рассказываете, очень часто возникает у многих людей такое вполне обоснованное мнение, что сегодня у работодателей прав на самом-то деле больше, чем у работников. Да? То есть, ну, нужно где-то работать, нужно где-то зарабатывать деньги, и приходится устраиваться на ту работу, которая есть, которую предлагают, может быть, даже где-то на бирже труда, а потом выясняется, что работодатель-то на самом деле сам диктует условия, и очень часто ничего не получается сделать. Кроме того, чего стоит только контрактная система? Кстати, очень серьезная тема и, скажем, с большим количеством вопросительных знаков. Но мы говорили, еще раз хочу повториться, что есть, так сказать, законы экономики и развития производства, да?
Ну и второй вопрос. Действительно, мы сегодня, особенно по контрактной системе, ну, допустим, для человека непонятно, когда он отработал 5 лет добросовестно, и вдруг с ним прекращают. И с ним вдруг по окончанию контракта не подписывают соответствующий новый контракт. И, к сожалению, это определено нормативными актами, что наниматель без объяснений не может. Мы такую позицию не поддерживаем. Во-первых, значит, если человек добросовестно отработал, с ним должны заключать, если он 5-10 лет отработал, следующий контракт должны заключать на максимальный срок, то есть на 5 лет. Вот, чтобы человек был уверен, чтобы человек трудился, чтобы человек планировал расходы семьи и так далее, и так далее. Поэтому мы тоже с такой инициативой выступаем, чтобы внести изменения в законодательство, чтобы все-таки руководитель отвечал и как-то объяснял, почему он не заключает контракт. И вместо, я так понимаю, вот этого непродления контракта, человека просто сокращать или увольнять, который обеспечит ему трехмесячную просто зарплату, да, вот он получит. Во всяком случае, вот та подушка безопасности, о которой мы говорим, на время, пока он будет искать, у человека уже будет. А кто-то рассматривает вашу вот эту инициативу? Она где-то вот прорабатывается? Я еще хочу добавить, и более того, хочу сказать, значит, у нас же такие случаи, к сожалению, в республике есть такие случаи. В области в меньшем, к нашему удовлетворению, так сказать, наверное, руководитель больше понимает свою ответственность, что получается так, что на предприятии человека сокращается должность по той или иной причине. И у этого человека заканчивается контракт. Чтобы в соответствии с нашим законодательством сократить человека, выплатить ему 3 заработные платы, как мы говорим, значит, чтобы человек мог за этот период найти и трудоустроиться, с ним просто не продлевает контракт. Это очень разве удобно. Нормально? И объяснять ничего. Да, не надо. И не надо ничего объяснять. Это разве нормально? Человеку надо платить коммунальные услуги и так далее, и так далее. Поэтому мы считаем, такая ситуация ненормальная. И я хочу сказать, что вот на встрече с депутатами национального собрания мы получили поддержку. Но главное, что мы получаем эту поддержку от людей труда. Наверное, это самое главное, самое важное. От добросовестных людей. А вот смотрите, вы, кстати, сейчас очень интересную вещь затронули. На самом-то деле, сегодня многие профессии сокращаются, потому что уже нет необходимости в этих людях. И дальше мы все прекрасно понимаем, это будет продолжаться, это будет происходить. Вполне возможно, что в ближайшем будущем люди будут не одной профессией всю жизнь заниматься, а должны будут в течение жизни их менять, как-то переобучаться. Вот если работодатель сокращает человека, потому что он больше не востребован, его специальность, на этом предприятии, и не может его отправить на переобучение какое-то, на повышение квалификации, на смену профессии. Это нюансы, Иван. Я думаю, что можно ли через вас как-то получить помощь? Я хочу сказать, что обязанность руководителя, который должен просчитывать развитие своего производства своевременно, и должен заплатить за переобучение. А как же человека выбросить на улицу? Должен, но не обязан. Но мы все-таки добиваемся, чтобы это где-то в каких-то нормативных актах было прописано. Эта тема сегодня поднимается. Более того, мы говорим сегодня, что... Ну, в трудовом коллективе не все члены профсоюза, так? Да. И мы выступаем, а коллективный договор подписывает профсоюзная организация. И мы выступаем сегодня, чтобы, если человек не член профсоюза, чтобы он какой-то платил консолидированный взнос, так? Значит, мы никого по своим убеждениям, я сейчас скажу почему, по своим убеждениям, мы сегодня никого, как говорится, не заставляем вступать в члены профсоюза, потому что, это, наверное, неправильно будет. Но когда человек заплатит консолидированный взнос, и были такие предложения, чтобы эти деньги создать фонд занятости, так, направлять эти деньги, не будет забирать их первичная профсоюзная организация, значит, что-то приобретать и так далее, помогать, а вот эти денежные средства направить в фонд,
который бы занимался вот, переобучением высвобождаемых работников, потому что ну, за все надо платить деньги, даже за переобучение. Ну, и эти деньги надо искать. С этим я согласна. Вот еще то, что касается сюжета, очень такая интересная тема, и когда-то в свое время очень была близка и понятна профсоюзам. Понимаете, хороший работник – это здоровый работник, и когда-то профсоюзы имели огромную, мощную сеть, здравницы, лечебницы и прочее, прочее. Я даже по своему детству, по своим родителям помню, когда можно было фактически бесплатно отдыхать всей семьей, вернее, оздоравливаться. Что сейчас? На сегодняшний день, значит, создавая условия труда на производстве и заботясь о безопасных условиях труда, мы, конечно, заботимся об оздоровлении наших людей, угу. членов профсоюза. А какие у вас возможности для этого? Возможности у нас, наверное, ни в одной, будем говорить, в общественной организации и ни в одной структуре такой сегодня возможности нету. У нас 13 сегодня санаторных здравниц, так? И член профсоюза, обращаю внимание, член профсоюза вот вы сделали и член семьи, то есть ребенок, ребенок пользуется 25% скидкой на оздоровление. Это большое подспорье. А если еще едет малолетний ребенок, это 50%, то есть фактически за половину стоимости. А если три члена профсоюза, то есть один человек практически бесплатно участвует в оздоровлении. Более того... Но знаете, что самое главное, что это относится только к членам профсоюза? Только к членам профсоюза. И более того, мы прописываем, и в ряде наших коллективных договоров есть, что членам профсоюза оказывается еще и материальная помощь в соответствии с колдоговором. Ну, условно говоря, 25% он получает в санатории, 10-15% он получает трудового коллектива, материальную помощь. Ну и надо, действительно, в последнее время как-то наши люди меньше стали заботиться о своем здоровье. Поэтому, конечно, к этому надо стремиться, к этому надо идти, потому что нет ничего дороже жизни и здоровья. Да, здоровье не купишь, это правда. Да. А скажите, вот то, что касается... раньше путевки выделялись на организации. Как сейчас это происходит? Откуда они берутся? Вот, допустим, у нас небольшая организация. Как я знаю, что есть вот путевки туда-то и туда-то, и мне, как члену профсоюза, она обойдется всего-то ничего? Можно через председателя первичного профсоюзной организации обратиться, потому что мы сегодня проинформировали соответствующие буклеты, и в каждой первичной профсоюзной организации это есть. Председатель первичной профсоюзной организации выйдет на любую, как мы говорим, нашу здравницу и, так сказать, приобретет. Ну, сегодня путевки приобретаются по интернету, напрямую через здравницу. И более того, мы стоим на позиции того, что многие, значит, в летний период здравницы наши были заполненными гражданами не нашей республики. Да, с одной стороны, это выгодно, да, для здравницы и для экономики, но сегодня федерация повернулась уже в том направлении, что в первую очередь приоритет своим отдавать. Вот. А скажите, вот какие отраслевые профсоюзы у нас наиболее мощные, вот, которые действительно вот, реально помогают своим работникам, и вот тема оздоровления, тема переобучения и прочее, прочее. Какие вот мы можем привести такой характерный пример, это профсоюз нашего здравоохранения. Один из самых многочисленных. Один из профсоюзов, который действительно тарифное соглашение, коллективный договор, активный, инициативный, начиная, как мы говорим, от областного отраслевого профсоюза, кончая наших первичных профсоюзных организаций. Ну вот насколько отраслевые профсоюзы могут действительно и реально помочь своим работникам, мы поговорим чуть позже. Потому что знаю, что прямо сейчас очень многие из вас, уважаемые телезрители, ждут нашу постоянную, самую веселую и самую позитивную рубрику. И сейчас пришло ее время. Я передаю слово моему коллеге Александру Каренману. Друзья, невозможно снимать витебский дождь. Я накинул капюшончик, но воля должна быть каменная. Я сейчас подожду, сниму капюшон и пойду спрошу у жителей города, знают ли они ответ на такой детский вопрос, почему идет дождь.
Ну, наверное, погоды нет. Нет, это понятно, что погоды нет. А как так происходит, что с неба падает вода? Падает вода. Ну, наверное, какое-то скопление происходит. Скопление? Да. Воды в небе? Не, не воды. Кто-то наплакал. Воздуха, может быть, еще чего-то. Это воздух падает? Не, не воздух. Какие-то атмосферные давления там. Почему идет дождь? Ну, почему? Выросли грибы. Правильно. Это для чего? Чтобы выросли деревья, травка. Травка выросла. А почему он идет? Откуда вода? Ну, с неба. Потому что испаряются облака. Испаряются облака? Конечно. Так испаряться должен пар идти вниз? Нет, идет вода. Подожди, облака испаряются. Значит, а как они могут испариться? Это же не вода, это же облака. Или это вода? Вода испаряется. А, вода испаряется. Так. И идет обратный поднимается рефлекс. Рефлекс поднимается вверх и падает. Да. Все правильно? Так, почему? Потому что уже осень. Это понятно. Но вода откуда льется? Испарение. Испарение? Конечно. Чего? Влаги, земли. То есть земли? Всё, водоворот воды в природе. Правильно, спасибо большое, да, хорошего дня. Почему идет дождь? Ну, вот по откуда? Воздуху. По воздуху. Спасибо большое. Что? Не знаете? Не знаю. Так природа создана. Эх, это природа. Погода взаимосвязана тесно с человеком. Человеку нужна и вода, а потом идет что следующее? Питание. Откуда мы питание черпаем? Откуда мы питание черпаем? Откуда? С магазина. Земли. Почему идет дождь? Ты знаешь? Майя. Мэджик? А ты? Кто-нибудь знает? Вообще атмосфера, это все, короче, вода испаряется, она поднимается вверх. И вверху там все это давление, да, и... Красавчик. Вверху большие капельки, тяжелые, падают вниз. Осень, потому что... Нет, ну это понятно. Осень. Летом же тоже идет, правильно? Да. И зимой бывает такой холодный. А вот почему происходит, что вода с неба падает? Откуда? Потому что испаряются осадки. Испаряются осадки? Ну, в смысле, не идет. Да. А что испаряется? Вот. Жидкость испаряется. Откуда? С озер. В облаках собирается вода, которая испарилась из-за солнца. А откуда она испарилась? Из земли? На земле вода после последнего дождя была, и она испарилась. Первый дождь как появился. Нет, ну моря, реки, правильно, да? Да. Ну ты умница, молодец. Спасибо тебе большое, хорошего дня. Вот сколько разных объяснений тому, почему идет дождь. У меня есть еще одно. Потому что над тобой дерево! На сегодня все. Пока. Бисквитный рулет «Мамита» и пирожные «Сноу Макс» с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. Ну а пока вы выбираете любимый вкус бисквитных рулетов «Мамита», пирожных «Сноу Макс» от кондитерской фабрики «Витьба», напомню для тех, кто, может быть, только что присоединился или за время рубрики Александра Каринмана уже и подзабыл, о чем мы говорили, сегодня тема нашей программы – профсоюзы «Витебщины». В каких случаях они могут помочь, кому они помогают, как они это делают. И у нас появились новые гости. Сейчас мы обо всем и расспросим еще подробнее. Ну, а я представлю своих новых собеседников. Итак, знакомьтесь. Представитель, я бы сказала так, самого многочисленного и самого активного отраслевого профсоюза Владислав Анатольевич Мужиченко, председатель Витебской областной организации профсоюзов работников здравоохранения. И Светлана Руслановна Супрунчук, главный правовой инспектор труда Витебского областного объединения профсоюзов. Здравствуйте, дорогие гости, дорогие собеседники. Тема у нас сложная, тема интересная. И вы знаете, каждый раз, вот, казалось бы, столько работы, вот много знаю, но такие открытия для себя делаю в процессе нашего разговора. Поэтому начну, пожалуй, вот с таких юридических, наверное, моментов. Вот мы много говорим о том, что основная задача профсоюзов – это правовая и социальная защита работников. Ну вот, какие формы используют профсоюзы, чем реально он действительно может помочь человеку? Ну, я бы хотела наш разговор начать с таких слов, что основой мотивации членства в профсоюзе все-таки является то, что член профсоюза может рассчитывать на свою защиту. Он и приходит для того, чтобы рассчитывать. Для того, чтобы, да, его защищали. И для усиления социально-экономической защиты, вот социально-экономических прав и наших членов профсоюза, в 2003 году Федерация профсоюзов создала правовые и технические инспекции труда.
Такие же инспекции были созданы и в областном объединении профсоюзов, и в отраслевых. Угу. На сегодня в области действует 7 правовых инспекций труда, где трудится 9 главных правовых инспекторов труда. Это вы говорите сейчас про отраслевые профсоюзы, да? То есть 7 в областном объединении и в отраслевых, крупных отраслевых профсоюзов есть правовые инспекции труда. Например, здравоохранение. Да, в профсоюзе здравоохранение. То есть чем крупнее, работников агропромышленного комплекса, строительства промстроматериалов, местной промышленности и коммунальных предприятий, Белхим профсоюзов. Хотела подчеркнуть то, что правовые инспекторы, главные правовые инспекторы трудятся, которые в наших инспекциях труда, являются высококвалифицированными работниками, имеют хороший, большой опыт работы и завоевали авторитет в области среди руководителей организации, среди профсоюзного актива и работников. Какие же формы? То есть, конечно, одна из форм защиты социально-экономических прав наших членов профсоюза – это является общественный контроль. Так. Хочу подчеркнуть, что профсоюзы – единственная общественная организация в соответствии с законодательством Республики Беларусь, которая имеет право общественного контроля по вопросам законодательства о труде и охране труда. Иных организаций нет. Наши правовые инспектора, вот 7, трудятся на профессиональной основе, то есть являются штатными юристами. Угу. 2 правовых инспектора, один является председателем областной организации профсоюза, один является председателем профсоюзной организации первичной ОАО «Нафтан». Светлана Русланова, а давайте конкретно вот про общественный контроль. На конкретных примерах, вот чем конкретно они могут заниматься, имеют право? Что мы имеем право? Да. Вот правовые инспекторы труда имеют право, такая форма, как правительство. Проверки и мониторинг. Что такое проверки? То есть проверки, когда мы выдаем акт реагирования, это представление по итогам проверки, наниматель обязан его исполнить. Как показывает практика, вот мы подвели итоги уже за 9 месяцев этого текущего года, правовыми инспекторами труда было изучен вопрос по законодательству о труде 220 организаций в области. То есть задумайтесь, 220. Да, даже неожиданная цифра. И установлено 1017 нарушений законодательства о труде. Это уже факт защиты, да? Хотелось бы сказать, что в чем же выражаются эти нарушения законодательства о труде? Как показывает практика, что основные нормы Трудового кодекса все почти нарушаются. Это начиная с того, что как устанавливается наименование должности. То есть у меня был даже такой курьезный случай, когда в штатном расписании читаю, что в штатном расписании есть единица рабочих КОС. Я говорю, а что такое рабочий КОС? То есть капитального строительства. Пусть догадайся, что это. А это уже нарушение, да? Конечно. Такой должности, такой как бы работы в общегосударственном классификаторе не имеется. Следовательно, когда работник будет оформляться уже по возрасту на пенсию, станет вопрос, кем же он работал это все время. А, в этом плане? Да. У нас в соответствии с Трудовым кодексом, да, наименование должности, квалификации работы должно соответствовать. А были серьезные нарушения? Вот такие вот? Что касается... Несерьезных нарушений нет. Понятно. Все нарушения влекут иное или те последствия. Ну, да? Вот меня это больше волнует. Очень много нарушений, я хочу здесь подчеркнуть просто. Я думаю, что у меня и слушают, и спорят наниматели. Касается трудовых книжек работников. Как показывает практика, что не так-то и легко при достижении возраста, дающий право на пенсию по возрасту, уйти потом с такой трудовой книжкой на пенсию. Потому что некоторые наниматели ведут книги образца Российской Федерации. Они не принимаются органами защиты, соцзащиты для начисления пенсии. Да? Некоторые наниматели неправильно, как говорила, вносят наименование профессий должностей, ненадлежаще заверяют трудовые книжки, допускают описки, не делают записи в трудовые книжки. И потом человек, когда достигает определенного возраста, называется хождение по мукам. Прямо и здесь этого я хотела... Слова, да. Бы подчеркнуть вот такой факт, что на сегодня участились случаи, когда наши члены профсоюза работники обращаются к нам с просьбой оказать им помощь по составлению заявления в суд установления факта работы
потому что они собирают документы на пенсию, обращаются в госархив, а в архиве о том, что они работали в этой организации, должность, о том, что, да, о том, что у них была заработная плата, не существует. А раз нет подтверждающих документов, следовательно, данный период работы не засчитывается стаж для назначения пенсии. Нет, это серьезное нарушение, это серьезное, я согласна. Нарушение. А вот скажите, Светлана Руслановна, что касается, вы правильно задаете вопрос, конечно. Я не успела сказать, спросить, вы уже начали, а я уже почувствовала его, этот вопрос. Что касается, вы правильно говорите, то есть вопрос, касающийся вознаграждения, то есть заработной платы, все мы ходим на работу для того, чтобы получить оплату за свой труд. Это первичный вопрос при осуществлении общественного контроля. И да, думаю, что это наиболее популярное, скажем так, волнующие людей. Сроки выплаты заработной платы, полнота выплаты заработной платы, те же отпускных, окончательного расчета, на тарифной части, то есть премиальной. То есть стоит, конечно, первым вопросом при осуществлении общественного контроля. Но, как показывает практика, и здесь наниматели допускают многочисленные нарушения. По итогам 9 месяцев уже по требованию правовых, главных правовых, членам профсоюза и работникам было возвращено более 400 тысяч белорусских рублей. То есть в пользу работников. Замечательно. Хотела бы отметить здесь целенаправленную работу, хорошую работу правовой инспекции областного комитета профсоюза работников местной промышленности Семенова Ирина Егоровна. Вот, например, по ее требованию на одном предприятии 53 тысячи вернули. Это индексация заработной платы в связи с инфляцией. На другом предприятии 26 тысяч работникам вернули. То есть вы даже этой же фамилии, индексации. Да. Ну, как же мы столько лет вместе работаем, сотрудничаем, конечно. А вы знаете, вот я еще хотела, чтобы вы тоже сделали вот такой акцент, потому что я считаю, что очень важно. То, что касается непосредственно вот той службы, которую вы представляете. Ведь на сегодняшний день вы, помимо того, что проводите инспекции, вы проводите еще и юридические консультации. И, как выяснилось, для того, чтобы получить бесплатную юридическую консультацию, вас вовсе не нужно быть членом профсоюза. Вы правы. Хочу подчеркнуть, что в этом году уже разъяснений устных и юридических консультаций получило 1700 человек. Из них 700 на личном приеме. Вы знаете, правильно, как говорят, а куда еще идти и спросить, как поступить в той или иной ситуации, прав наниматель, не прав, как решиться на шаг, подписать этот приказ или отказаться от перевода. Конечно же, обращаются к нам в профсоюзы, в правовые инспекции, к специалистам. Ну, я же начинала с того, что имеет высокую квалификацию. Зачастую, даже мы когда спрашиваем, а кто вам подсказал, говорят, вот мои там соседи, знакомые, родные, они уже вас были, то есть вы им помогли, и мы опять же пришли к вам. Конечно же, вы правильно говорите, еще раз подчеркну, что юристы профсоюзные оказывают юридическую помощь и консультации на бесплатной основе. И самое главное, что они выезжают на предприятие, то есть не сидят где-то на местах. Да, вот и у человека не всегда есть средства даже заплатить, оформить иск в суд и так далее. Более того, вы имеете ведь право представлять интересы человека в суде. В соответствии с законом о профсоюзах мы имеем право в интересах работника представлять интересы в суде. И опять же бесплатно. Но члена профсоюза. И опять же бесплатно. Хотелось бы сказать, что в этом направлении тоже ведется большая работа профсоюзными юристами, правовыми инспекторами. Так в этом году уже по просьбе членов профсоюзов составлено более 35 то есть заявление в суд или в комиссию по трудовым спорам. График работы юриста. Где узнать? График работы юриста, у каждого есть расписание, имеется в виду режим работы. И, как правило, у нас такого графика, который определяет, что определенные дни нет. То есть вот мы работаем, например, с 8 до 17. Я знаю, что у вас есть сайт, где можно узнать. Тоже задать и вопрос, не только узнать, а и задать вопрос. Мы дадим ответ на поступившее. Вот у нас такая есть консультация на поступившее это. И продолжая, вы мне уже извините, как-то хочется же высказать. Смотрите, еще одна минута и закончится наша программа. Передача. Не, я хотела привести пару примеров, когда именно профсоюзные юристы оказывали помощь по составлению исковых заявлений и представлению интересов в суде, и какие суммы и какие решения были приняты судом. Например,
Правовым инспектором областной организации Белых Нитей профсоюза была оказана помощь по составлению искового заявления и представлению интересов в суде семье погибшего на производстве. То есть погиб работник на производстве. Семья обратилась получить ту компенсацию моральную, то есть материальную помощь, которая определена в коллективном договоре. К сожалению, наниматель отказался. И вот благодаря... Через суд, благодаря поддержке... Да, правовому инспектору Сергею Федоровичу суд вынес решение и в пользу этой семьи взыскал 74 тысячи. Это до деноминации 740 миллионов. Понятно, это не вернет сегодня как бы погибшего кормильца, но это какая-то поддержка на первое время для семьи все-таки будет. Ну и таких примеров можно приводить и приводить, когда вот реально оказана помощь, люди получили или восстановление на и работе. И самое главное, что имеют возможность получить вот такую юридическую помощь бесплатно. Да, и даже существует график, о котором можно узнать. Владислав Анатольевич, а мы уже заявляли о том, что именно ваша отрасль здравоохранения не только, наверное, самая такая многочисленная и самые мощные профсоюзы, но еще очень активные. Вот в данном случае знаю, что у вас создана и работает тоже правовая инспекция, именно в вашей отрасли. Вот как вы на практике вот оцениваете работу этой службы? Действительно она эффективна? Действительно реально может помочь выявить какие-то нарушения, серьезные нарушения? Вы знаете, очень актуальная тема. И жизнь показывает, что действительно работа правовых инспекторов, она востребована. В дополнение к сказанному Светлана и Руслановна, я не буду повторяться, потому что правовая служба работает по общим направлениям. Мы в последние годы очень активно внедряем в практику такой подход, который очень активно работает в нашей медицине, это профилактика. Так, и профилактика нарушений, совершенно верно. Но мы же все-таки медицинский профсоюз. И здесь вот такая форма работы, как выездные общественные приемные. Причем не только задействован правовой инспектор труда, юрист, а задействован специалист по заработной плате, специалист по охране труда. То есть выезжаете на районы, да? В наши лечебные организации выезжает группа специалистов областного комитета для того, чтобы работники отрасли могли задать любые волнующие их вопросы по любым направлениям. Иногда это вопросы, связанные с жилищным законодательством, с какими-то моментами общей юридической практики. Но, тем не менее, это тоже задача профсоюзной организации – быть рядом, оказывать необходимую помощь и отвечать на те вопросы, которые задают нам люди. Следующая очень важная такая сфера деятельности – это совместное обучение. И жизнь тоже подсказывает эффективность этой работы, когда совместно с нанимателями, у нас очень хорошая практика взаимодействия с управлением здравоохранения областного исполнительного комитета, как правило, 2-3 раза в год мы проводим тематические семинары по отдельным направлениям. Ну, поскольку тема правовой защиты звучит по отдельным направлениям юридической сферы. А мне просто непонятно, а почему здесь профсоюзы? А опять-таки вопрос профилактики. Когда грамотно работает кадровая и юридическая служба на местах, тогда руководитель организации здравоохранения спокоен, что у него все хорошо. И мы тоже испытываем удовлетворение того, что в полной мере реализуются права и гарантии наших сотрудников. И это есть социальное партнерство, о котором в начале сегодняшней встречи говорил Иван Константинович. Уважаемые собеседники, во-первых, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Тема очень интересная, очень полезная. И у меня предложение, нам нужно встречаться чаще, потому что поговорить нам действительно есть о чем. Темы важные и важные для конкретного человека, для работающего человека. Вам успехов. Спасибо, мы готовы. Уважаемые телезрители, наша передача завершается. Спасибо, что были с нами. Хороших выходных. И по традиции завершает нашу программу «Музыкальный номер». И попросим мы завершить программу финалиста профсоюзного республиканского конкурса «Новые имена Беларуси-2017» Сергея Голубя и танцевальный коллектив Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Тем не скучных выходных и пока. Цветов прольется на твою кровать, я сквозь ливень их тебе принес.
этих роз должно быть ровно пять. Ведь любовь моя к тебе пять звезд. Мне не нужен пятизвездочный отель, чтобы дать тебе любовь пять звезд. Когда шторм устроит нам постель, ты меня придумаешь всерьез. Я подарю тебе любовь пять звезд, и в ней утонут все твои мечты, и небо брызнет лепестками роз, когда любовь пять звезд узнаешь ты. Я подарю тебе любовь пять звезд, и в ней утонут все твои мечты, и небо брызнет лепестками роз, когда любовь пять звезд узнаешь ты. Ты поймешь, что я пришел к тебе и снов, словно свет возник из темноты, и ответишь на мою любовь пятизвездочной любовью ты. Ты сорвешь со стенки прошлый календарь и часы с улыбкой разобьешь, чтобы не кончался никогда, чтобы длился лепестковый дождь. Я подарю тебе любовь пять звезд, и в ней утонут все твои мечты, и небо брызнет лепестками роз, когда любовь пять звезд узнаешь ты. Я подарю тебе любовь пять звезд, и в ней утонут все твои мечты, и небо брызнет лепестками роз, когда любовь пять звезд узнаешь ты. Когда любовь пять звезд узнаешь ты. Любовь.